Добрый день, сегодня очередная распаковка. 4. Да. Сейчас начнем, как обычно, с самой маленькой. Вот с этой. Честно говоря, я там даже не знаю, что. Ты будешь открывать? Да. Ну, приходи туда. Там я. Ну, давай. Давай. Молодец, только ничего там не отрежь. Все, доставай. Итак, что мы там имеем? Ножки. Мы имеем какую-то штучку. Честно говоря, я не совсем знаю ее назначение. Наверное, это нож. Нет. Это что-то должно крутиться. Тут светиться. Неужели для велосипеда? Нет. Такой-то, наверное, светящийся бумеранг. Честно говоря, я не совсем понимаю. Вот так, что ли? А, сейчас гляну, если найду этот товар. Нашел для чего эта вещичка. Это подсветка для велосипеда, опять же. Надевается на спицу. И она едет и крутится. Пойдем посмотрим. Сейчас это продемонстрируем на велосипеде. Красиво? Да. Ну, так, наверное, то выглядит. Все, такая замечательная штучка новая. Так, стоила эта штучка 60 рублей, которая для велосипеда. Посмотрим, открываем следующую посылку. Так, что мы там имеем? Ага. Вот это замечательная штуковина. А что это? А это чтобы у нас одеяло это просто не убегало. Я это оторву, рву, оно не рвется. О, такие штучки. А что они делают? Вот так, между собой они как-то крепятся. Так, чтобы просто не убегало. А куда она убегает? Еще посылка. Самая большая из сегодняшних. Это третья. Да, третья посылка. Все, Петя, можешь рвать ее. Вытаскивай. О, ножницы. Кстати, ножницы Спандау. Они мне пришли. Заказывал я за баллы. Буквально за неделю, мне кажется, они мне поступили. Классно. Сейчас я скажу точно. Заказывал товар на Пандау. 27 октября. Сегодня 15, они уже дошли. Такие ножницы будут для распаковок. Сейчас как раз попробую вот последнюю посылку с помощью их. Режутся не очень хорошо. Такие они реально увесистые, тяжеленькие. Дай полежать. Очень красивые. И тут главная смазка есть, вот где проходит стык железа. Штык одного лезвия к другому. Там смазка. На, держи. И последняя посылка у нас сегодня. О, ластики. Ластики это вам для ручек. Вот они такие. Ручки есть у вас? Сейчас что-нибудь напишем в ручке, пробуем стереть. Реально ли она? Пока так нашел этот ластик на сайте. Казалось, что он не для ручек, а для цветных карандашей. Вот зеленым цветом тут нарисовали. Петя, держи их вот так, чтобы не дергалось. Или сам стирай. Итак, стираем, придерживай листик так, чтобы он не порвался. Ты сильно натер. Да. Вот я так. Раз. И все. Тут не видно было, мне просто неудобно держать. Вот так. А принеси, пожалуйста, розовый карандаш. Розовый? Все розовым карандашом. Так вот, попробуем стереть. Вот, если розовым цветом. О, кстати, он еще лучше стирает тот цвет карандаша, который на ластике. Допустим, розовый лучше стирается вот этим зеленый, синий вот этим цветом. Там еще где второй? А какой-то... Второй ластик вот такой, синий, зеленый. Я думаю, что им будет проще желтый стирать цвета.
зеленые, синие. Ну, всякие вот оттенки цветов. Ладно, все. На этом распаковка на сегодня закончилась. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все ссылки на все товары будут в описании.